Мы приехали в парк развлечений «Планета Смайлз». Алиса спала в машинке, вот только что проснулась, недовольная. Помаши ребяткам ручкой. Ой, недовольная. Ну, пойдем гулять играть. Алиса не может дождаться, пока папа купит карточку. Надо бежать уже, бежать играть. Доча, карточку бери. Покажи мне. Со смайликом, да? Ну что, пошли? Мы пришли в детскую комнату. Тут столько игрушек. Очень красиво. Алиса? Алиса? Такая смешная машинка. Алиса очень захотела в ней покататься. Мне интересно. Лисюша? Лисюша? Поехали? Вон еще большая горка, смотри. Уточка. Тут нужно на машинке съезжать, Алиса так съезжает. Какая колясочка, да, Алиса? Алиса очень любит лялечек всяких. Алиса решила вместе с лялечкой покататься. Поехали? Нет? Классная горка большая, мягкая. Доча! Ку-ку! Поехали? С лялькой, да? Вот так. Алиса уже вторую ляльку нашла. Куколку. Да. Обе твои, да? Да. Ой. Ой, осторожно. Катя. Катя. На ящике можешь залезть? Не упади. Давай, поднимайся. Поехали. В домике стоят диванчики, креселки. Алиса, ты как мама? Что это такое? Бутылочка? Да. Нашли еще одну ляльку. Алиса всех их собирает. Доча, зачем они тебе нужны? Ты супер мама? Трое ребяток у тебя. Сама ножками. Да что это за ляльки такие? Тебе они понравились, да? Ты там увидела? А, лошадка. В гостях у сказки. Алиса, пойдешь в сказку? Это как большая детская площадка в помещении. Что это такое? Это божья коробка большая. Тут даже есть песочница, самая настоящая. А
Алиса прикольная, да? Можно поиграть в песочек. Алисе неохота. Доча, смотри, какой острый. Не нравится. Ой, тут так классно, столько аттракционов всяких. На лошадку? Держись. Держись крепко. Поехали на лошадке. Тут еще можно покататься на кенгуру и на слонике. На такую большую пойдешь? Алиса поехала с папой. Выбрала слоника, на который нужно залазить по лесенке. Какой красивый аттракцион. Привет! Привет, доча, привет! Это ребятки, когда выигрывают что-нибудь, они покупают. Призы всякие. Много всякой всячины. Это ребятки, если выигрывают, смайлики, потом обменивают их на эти всякие сюрпризики. Мы решили Алисе взять мороженку. Тут очень большой выбор. Бубль-гум. С бубль-гумом хочешь? С ложечкой, да? Вкусно? Очень, да? Вкусняшка. Какие-то звоночки, да, Алиса? Алиса очень сильно попросилась покататься на машинке с папой. Первый раз в жизни едем на такой машинке кататься. Так, папа ее усаживает. Сейчас Алису пристегнут. Помашите ручкой маме. Привет! Поехали! Отдохнула, дочь? Еще хочешь? Понравилось, да?